У Речиці пройшов фінал першого міжнародного конкурсу баяністів-акардеоністів «Акопреміум-2017». У ім прийняли удзел больш як 90 виконавцаў з Беларусі, Росії, України, Латвії і Польщі. Салісты і ансамблі змагаліся за звання лепшых у некалькіх узростовых катэгорыях. З музыкантамі пазнаёмілася Ганна Каральчук. Першы міжнародны конкурс сярод віртуозаў баяна і акардэона ўключае два туры. У першым журы прымала работы па электроннай пошце. Музыканты дасылалі відэа з выкананнем свайго конкурснага твору. Усяго паступіла 262 заяўкі з 7 краін – Беларусі, Украіны, Расіі, Польшчы, Літвы, Латвіі і Кітая. У фінал выйшлі 94 ўдзельнікі. Гэта і музыканты высокага ўзроўню, і навучэнцы музычных школ ва ўзросце ад 7 гадоў. У другім этапе аўтарытэтная журы слухала выступленне конкурсантаў на сцэне дзіцячай школы мастацтва ў Рэчыцы. Я ўжо ўчаствовала многа, дзе начынала з горада Гомеля, мой сябра баяну. Это было ещё в 2007 году. Вот, я был там лауреатом первой степени. А потом был Брест, потом я был в Великом Новгороде на всероссийском конкурсе Рахманинова, в Донецке. Мне нравится преподавательская деятельность. Я уже параллельно с учебой, я также преподаю в музыкальной школе в городе Минска. Вот, и мне нравится, конечно, ансамблевое музицирование. Завтра я вот буду играть с цимбалисткой. Баяны и акардеон давно перестали быть выключно народными инструментами. Для их існуюць и классичные, и сучасные творы. Для того, как домагчыся сапраўднага майстерства, вядома, треба шмат намаганняў. Тут потребна не только техника, але и душа. Каб оценить выступление, у журы запросили заслуженных артистов, лауреатов международных конкурсов и выкладчиков ВНУ. По их словах, первый в Беларуси масштабный конкурс организованы на высоком уровне и, безумовно, допоможе развить таленты детей и подтримать молодых выконавцев. Конечно, они общаются между собой, в первую очередь, педагоги их не общаются, тоже между собой делятся какими-то впечатлениями, мастерством, дают друг другу советы какие-то. Вот они послушают концерт членов жюри, это всегда только идет на пользу. Разные манеры, разные школы исполнения. Они чем больше будут знать, тем больше будут эрудированы. Способней. Довольны все члены жюри, мы же между собой общаемся. То есть все проходит прекрасно, дай бог, чтобы так и продолжалось. Упрыгожанням конкурсу стала концертная программа, выступление российского трио баяністаў «Гармонія», концерт членов жюри и нумары лауреатов конкурсу. Так само подчас трех конкурсных дзён в школе мастацтва проходила тематичная выстава баянов, гармоников и аккордеонов. По выниках же конкурсной программы гран-при присуджена Дзянісу Угорціну из Минского державного колледжа мастацтва. Ганна Каральчук, Ігор Марышченко, телерадіокампанія «Гомель».